А вот скажите, Марк Захарович, как вы оцениваете заявление, которое прозвучало вот только что из уст представителя Главного управления разведки Андрея Черняка, имеется в виду Главное управление разведки Министерства обороны Украины, который заявил, что с украинской разведкой сотрудничают очень близкие к Путину люди. Те, кто предоставляет информацию, находятся даже в высших эшелонах Кремля. И это люди, вне всякого подозрения, известные как сторонники Великой России. И эти люди смогут свергнуть Путина, если он будет достаточно ослаблен. Это блеф или это на самом деле так? Ну, во-первых, это, безусловно, выполняет задачи некой провокации информационной, да, значит, такого, как его сейчас называют, ИПСО. Безусловно, нужно такое заявить для того, чтобы повысить нервозность, посмотреть за реакцией, спровоцировать какие-то процессы там внутри. И без того, знаете, конфликты-то есть между Пригожиным и Генштабом, между Кадыровым и Минобороны, между нынешним руководством СВО и его отдельными частями, между Лубянкой и Министерством обороны и Генштабом, с другой стороны, между аппаратом правительства и администрацией президента тоже есть известные противоречия, между ЦБ, который объявляет, что совсем нерадужно выглядят экономические показатели, и одновременно, значит, с тем же Минобороны, который требует все больше и больше средств. Провоцировать это противостояние внутри – это благое дело для там, украинской стороны, по отношению к противнику допускается все. Мы же не понимаем, и никто же не скажет, кто эти люди. Но можем ли мы допустить, что какая-то часть политической элиты, ну, в общем, конечно, хотела бы со всего этого спрыгнуть. Либо на будущее создать себе задел, чтобы сказать, а мы были вот здесь. И вот помните, мы вот не просто там чего-то как-то. Я думаю, такое может происходить среди олигархии. Вот, это может происходить через их доверенных лиц в среде правительства, может быть, администрации президента. Сложно судить, насколько это может быть доступно для украинской стороны в среде Лубянки или же силовых структур Министерства обороны. Я не могу об этом судить. Для американцев я бы сказал, что да, такое возможно. То есть они наверняка с какими-то лицами там могут сотрудничать. Примитивно ли это агентурное сотрудничество, или это более что-то сложное, да, тем более для лиц, которые на высоких должностях, на высоких позициях, да, это понятийная какая-то работа, я не берусь судить, это уже как бы виднее тем, кто этим занимается. А самое близкое окружение Путина, ну, если мы имеем в виду там лиц из, допустим, Совета Безопасности, сложно себе это представить, чтобы именно с украинской стороной сотрудничал какой-нибудь Патрушев. А вот какое-то понятийное отношение с каким-нибудь Салливаном, я такое тоже не исключаю. То есть я, кстати, вообще расцениваю, что семейка Патрушевых имеет очень хорошие шансы выпрыгнуть из этой ситуации. Вот не стать крайними в этой игре. Вот это я, кстати, не исключаю. Потому что, ну, опять же, это условный Патрушев, это могут быть какие-то и другие лица. Но, знаете, по отдельному поведению публичному выглядит так, что он не хочет доходить до края. Вспомните его выступление 22 февраля прошлого года на совещании, где фактически принялось решение о войне, но называлось оно признанием ДНР и ЛНР. Как он выступал осторожно, да? Ну, наряду с Нарышкиным, который вел себя просто неадекватно. Может быть, специально, а может быть и нет. А вспомните вот сейчас, вот недавно. Но Нарышкин производил тогда впечатление школьника двоечника. Может, он специально дурака валял, понимаете? Тоже, знаешь, поди разбери их, они там. Вот, чтобы потом говорить, а я... На своей должности он остался. Да. И с упомянутым вами Биллом Бернсом, это он же встречается? Встречал, да. В разных... Да. Да, да. И, наверное, он с ним должен был общаться, и когда Бернс приезжал в Москву, вы помните? Нет, это точно. Это они общались однозначно. А какие при этом между ними личные отношения? Они вот так, застегнув на все пуговицы, через переводчиков друг с другом говорят. Он хорошо говорит по-русски. Что называется? Бернс говорит по-русски. Да, он же в Москве был послом. Послом. Да. И он говорит... Обычно все послы американские говорили всегда по-русски. Ну, я с Тефтом встречался. Вот Тефт по-русски не говорил, он знал немного слов, но он по-русски говорил слабо. Ну, может быть, он со мной говорил по-английски. Вот смотрите, какая еще штука.
Вот недавняя история, мощная, касающаяся Москвы, где было заявлено о том, что появилась информация, брошенная, пойми, разбери, какой-то Хирш, журналист американский, его опровергли, о взрывах Северного потока американскими водолазами с помощью норвежских вооруженных сил, значит, участков, которые были предприняты с подачи Селливана и одобрены Байденом. Вы вспомните, все прокомментировали, да, вот, теперь мы понимаем. И один Патрушев из московского руководства сказал, у нас, говорит, нет сведений, нет у меня таких сведений, что... А, не, он даже сказал, у меня нет таких сведений, что именно американцы причастны к этому взрыву. Казалось бы, ну, можно промолчать просто, не обязательно в этом хоре участвовать, ни в ту, ни в другую сторону. Можно просто промолчать, а я не буду это комментировать, ну, не хочу. Не буду, потому что так считаю нужным. Но он же сказал об этом, что это нет таких сведений. О чем это говорит? О том, что, ну, судьбу свою никто не хочет усугублять. Тем более, если они сами взорвали, например. Понимаете?